конечно, поесть. Самый маленький, которому постоянно не дают есть. Все уже крепко. Очень хорошо кушают. Этого постоянно отпихивают кормушки. Он сидит грустный, печальный. Поэтому его приходится кормить отдельно. Чай наесть союзку, потом будешь кушать. Это такая банда кошачья, которая постоянно охотится за едой у ежика. Вот так вот, значит, какие-то. Этот у нас толстенький такой, набрал уже вес. А этот еще. Мама, у нас хорошая пища. Прям с лапами миску залезли, и не страшно, да? А у нас свет вкусненько съесть. Вот так тоже. Шесть ёжиков на каждого. Вот, каждый у нас по мисочке. Каждый день у нас, скажем, такая трапеза. Причем ближе к ночи. Днем мы прекрасно спим, остальное вот там. Также активно. Днем мы прекрасно отсыпаемся. Остались самые слабенькие малыши. Вечером мы трапезничаем. Все, ты его сажал? Весь все положил? Или там еще что-то осталось? Он засал в лапки. Вот такой у нас слабенький ежик. Это мальчик. Да, я точно знаю, что это мальчик. Ну, а теперь скажи, как это же лакомится. Он вообще очень слабый, очень медленный. Сейчас когда покушали и спать. Сейчас надо взять водички и яблочек нарезать. Так мы будем беспокоить.